До конкурса Евровидения остается меньше 2 месяцев, и в кулуарах шоу-бизнеса активно обсуждают претендентов на победу. Россию в этом году представит, как и обещали организаторы, Юлия Самойлова. Песню «I Want Break», которую написали авторы триумфального трека Полины Гагариной, уже успели оценить поклонники Евровидения. Но букмекеры прогнозируют Самойловой место максимум во 2-й десятке. А вот украинский певец Алексеев, который в этом году представит Беларусь, находится в числе претендентов на победу. Правда, как признается Никита, работа над самим номером пока еще не ведется. Да и песня «Forever» находится в стадии доработки. К Евровидению мы будем немного видоизменять песню. То есть мелодия, гармония не будет при этом меняться, но концепция чуть-чуть будет иной. Главный фанат конкурса Филипп Киркоров в этом году будет стоять под флагом Молдовы. Певец спродюсировал выступление группы «Доредос» и написал песню для них «My Lucky Day». Россия по правилам конкурса не имеет права голосовать за саму себя, так что не спешите меня обвинять в непатриотизме, а голосовать призываю за Молдову. Кстати, Молдову букмекеры тоже относят к числу аутсайдеров. Ну, посмотрим, ведь конкурс Евровидения славится своими неожиданными результатами.